Привет всем, с вами канал The Big Lady of the Small House. И теперь радостно могу заявить, официально сезон цветения начался. Продолжает цвести Green Valley, продолжает цвести лимона. Утром распустился неон, вот такой вот яркий красавец. Продолжает цвести сеянец. Продолжает цвести и другая Green Valley. Распустились обе Pink Glory. Распустилась Амарантия. Такая вот красавица. И Pink Glory, соответственно. Сейчас туда пройду ближе. Новые стрелки пошли расти. Бутон, раскрывается чехол второго сеянца. Так, что еще? Так, туда еще дойду. А пока здесь они немножко загорели. Вчера было очень яркое солнце. Dancing Queen одна. Dancing Queen вторая. Что еще? Ну, жорики. Лемон Грандис в этом году решила у меня, по-моему, прогулять цветение. Восстанавливается. В прошлом году она выдала все по максимуму магазинное. Зато вот этот вот. Скорее всего, это Лемон Грандис. Я не помню, как был пересорт. У кого-то из них был пересорт, и я не обновила ссылку. Lion King. Цветоносик маленький, потому что горшок маленький. Жорик GR1. Где-то вчера я еще что-то приметила. А, вот. Horizon. Вот здесь вот уже бутончик. Вот он. Стрелочка растет. С утра у меня был очередной легкий приступ. Еще один Dancing Queen со стрелкой. Поэтому немножечко говорю в нос. Теплица пока сегодня прохладно. Условно прохладно. Спокойно толком с этой ручки бегаю здесь. У нас так. Table Dance. Партизан. И вот надо искать, смотреть, что за там. Кто-то там дальше партизанит. Сеянцы пока только вот два решили цвести, остальные пока не хотят. Остальным прекрасно и так. Ну что ж. Пусть. Это их право. Эвергрин он распускает чехол. Тут с каждым днем заходишь и все больше и больше цветоносов находишь. И надо уже проводить, как раньше были, ориентация на местности среди стрелок. Две стрелочки. Дальше. Так. Вот там. Как их зовут? Розали. Скорее всего, там кто-то что-то. Ну, пока вот, как говорил ранее, пока я не вытащу все, отопление не переставлю, тут пройти невозможно. Тут у нас кто-то джобовские прошлогодние закупки. Была сильно зачищена луковица, размер луковицы вы сами увидели. Крупная, хорошая, красивая амура. Вот такой вот. Как всегда, амура любит гнать высокие стрелы. Здесь порядка 70 сантиметров от основания луковицы до бутонов. Он еще дольше будет расти. Он любит такие вот перформансы выдавать. Ну и тут... Royal Velvet. Там, скорее всего, Magical Touch попозже выгонит стрелочку. Ну и, как я сказала, пока та зона для меня Terra Mystica, потому что не пробраться. Что-то вон там, по-моему, Yellow Star, вон, если я не ошибаюсь. Вон. Там бутончик тоже растет.
Это в тему того, что большие горшки вредны, они не цветут. Вот вам результат. Огромные сытые луковицы, которые с удовольствием цветут. Настолько, что мне даже не нужно срезать цветоносы. Они сами возвращают питание. Туда-обратно гоняют. Ред, главное, стояла, не заметила Ред Амазон. И, в общем-то, вот так. Все начинают расти, все начинают вегетировать. Всем хорошо. Весна. И где-то через 2 недели, я думаю, уже домашние будут потихоньку переезжать на улицу. И там уже будут ожидать очереди на пересадку. Пересадка будет у всех. Особенно у тех, кто стоит вот в этих вот горшочках. У них будет пересадка. Надеюсь, мне хватит горшков. По крайней мере, у меня есть 14 горшков. А там уже будет миграция. Плюс еще будут сеянцы, пересаженные в такие вазоны. Так что, надеюсь, места хватит для всех. Ну что ж, удачного всем дня. Пока.